до сих пор. У него дочь владеет, по-моему, 5 или 6 языками. Как вы думаете, вообще это уровень? Вот. А сам он, ну, вообще по национальности человек русский, ну, просто, наверное, очень-очень-очень давно живет в Литве. И не только даже это. Это человек, который чем только не занимался, не увлекался и успешно. Понимаете, из парашюта он прыгал. И, наверное, что ты имеешь, Николай, сейчас расскажешь, я спрошу. Там какие-то, что там у вас, знаки отличия или ранги. И это человек, который в музыкальной школе учился и преуспел. И друзья у него музыканты, которые кто где живет. Кто в Америке имеет свою музыкальную группу. И постоянно он контактирует с Николаюсом. В общем, это просто очень интересный человек. Так, Николаюс, вы что-нибудь хотите добавить к тому, что я уже сказала о вас? Улыбайтесь. Ну, почти и нечего добавить. Все и сказано, архитектор. Но я сейчас занимаюсь проектированием жилых домов и коттеджей, потому что у меня такая специфическая сфера. Я не просто архитектор, а по жилью. Много разных видов есть архитектуры, но я только занимаюсь только жильем, жилыми домами, коттеджами, ну и всякими садовыми малыми формами архитектурными. Вот. Это у меня основная профессия, и я ее уже занимаюсь, ну, можно сказать, почти 40 лет. Ну, 35 лет, так это точно. Я сейчас, знаешь, о чем жалею? Я жалею о том, что я не очень хорошо подготовилась. Вообще, надо было или тебе сказать, приготовить эти слайды своего, ну, своей вот этой деятельности. Или мне, потому что у меня же это тоже есть, что показать людям. Я очень часто, вернее, не очень часто, а я прям все время делала для своих друзей ВКонтакте эти сообщения с фотографиями этих домов. Понимаете, люди, вот человек творческий, он есть творческий во всем. Если он еще очень творческий, креативный и очень грамотный как специалист, то это, конечно, просто уникум. Когда я смотрела те дома, это не дома, это сказки. Причем они даже разные формы. Мне кажется, в это влюблялись те люди, которые делали эти заказы Николаюсу и которые потом въезжали в эти дома жить как в свое жилье. Потому что есть дома, которые и там на каком-то этаже они круглой формы. Ну, а когда я смотрела то, что там внутри, какой интерьер и как он продумал, ну, это правда, это сказка. Вот жить в таких домах, в таком доме, это для человека сказка. Ну, сейчас вот я просто сожалею, что же я так готовилась, готовилась и не предложила это вот показать. Ну, давай немного скажем вот о чем. Я могу сказать, что наши русские люди, живущие в России, весьма не дураки. Потому что хоть Николаев живет в Литве, очень много заказов он получает не только с Европы, но даже большинство у него заказывают, вот его проектирование заказывают из России. И, ну, сейчас не буду говорить, что это зависит от того, не только олигархи, скажу так, не только олигархи. Вот. Ну, и тут, наверное, надо просто знать и видеть и самого Николаюса. Ну, может быть, несколько каких-то слов, почему и как ты оказался в этом клубе нашем интернет-творцов, чем занимался и вообще, что дало тебе это содружество? Ну, я никак не мог свои писательские способности развить, что называется. Вот мне клуб помог, я начал там писать рассказики. Притом рассказики, ну, на свою строительную тему, потому что в основном все там у меня происходит на стройке. Потому что раньше я не только проектировал, но и строил. Была своя команда. Но, правда, сейчас все разбежались, и я остался, так сказать, один, два человека. Так что мы теперь только проектированием занимаемся. Потому что уже на такие большие объекты нужно большую команду иметь. Ну, а так как
после развала Советского Союза, все разъехались кто куда, то уже людей не осталось, таких, с которыми раньше мы собирали большие команды и строили сами. Потому что Может строить быть, сам... кто-то из наших, из зрителей и слушателей этого видео, который сам работает в этом, может быть, захочет и как-то объединиться с тобой. Ну, так у меня мысль такая Но мелькнула. почему бы нет? Никаких проблем к этому нет. А насчет вот этих слайдов, то слайды я могу скинуть, они у меня есть, прям под боком. Не знаю, может быть, сейчас или после видео, как бы внизу под видео, как это мы сделаем лучше? Ну, наверное, под видео, потому что просто сейчас заниматься техническими деталями, это не очень-то интересно будет всем. Вот. Ну и что еще? И еще немножко развил свое, как сказать, образное мышление, что называется, потому что я был упертый только в свою программу Архикад, ну и еще Автокад у меня, но все по строительству. А сейчас я немножко кругозор расширил свой, не только по своим этим программам, ну и так далее. Вот такие вот И дела. ты хочешь сказать, что в этом тебе помог кит, или это просто как твое Нет, добавление? помог Кит, вот именно что помог, потому что я как бы был немножко зажатый в своей сфере, больше нигде по другим не лазил, а теперь я уже немножко расширился, так что это мне помогло. Ну, вообще, я думаю, что вот посмотри, клуб интернет-творцов. По сути дела, вот эта атмосфера творчества, в каком бы виде творчества ты ни занимался, она вообще, то есть как бы примкнуть, ну вот к нашему клубу, это вообще полезно для любого человека, в какой бы сфере он ни занимался, то есть не была его профессиональная деятельность. Потому что это, ну, выражаясь языком эзотерическим, потому что это особые энергии, и энергии развивающие, действительно. То есть это может пригодиться, чем бы ты ни был занят, не занимался в этой жизни. Ну вот о чем ты, собственно говоря, Конечно, сейчас конечно. сказал. Я хочу не то что добавить, а может быть даже и добавить. Я вспоминаю сейчас рассказ Николаюса, который велся, ну это правда было несколько лет назад. Вот я, может быть, сейчас не просто Николаюс будешь слушать, чтобы ты не сказала, что это там что-то присочинила. Я помню, это был рассказ, по-моему, от имени лица новостройки многоэтажки. Да, был такой. Это была такая замечательная, чудесная вещь. Причем вот как человек, который гуру, вообще понимаете, просветленный, у которого существует только я и мир возможностей, все остальное и мир возможностей. Этот рассказ был, знаете, как построен? Вот говорит этот дом, этот многоэтажка, которая недостроена по причине бизнесменов, которые взялись делать эту новостройку, и как выстроил ход этого всего дела в этой вот новостройке Николаус. То есть он все сделал так, что вот силы, скажем так, мира повернулись лицом к этим людям. Я помню, я тогда была изумлена. Во-первых, этому мировоззрению, этому креативу и даже вот этим каким-то эзотерическим техникам, которые могли прийти в голову только Николаюсу, и так красиво, позитивно, созидательно все выстроить. Ну, это так просто как момент, который я вспомнила. Могу добавить от себя. Николаус обладает чувством юмора. Это просто он сейчас вот разговаривает, и что-то он, видимо, только проснулся. Это просто замечательно веселый и остроумный человек. И юмор у него просто искрящийся. Мы с ним занимаемся вместе. То есть, знаете, что представляет собой наш кит? Это такое сообщество, в котором разные есть направления. Направления по созданию видео, сейчас это называется слайд-шоу, овладение разными вот этими программами. Есть программа, то есть есть у нас курс, который называется
ну, я его называю сложение стиха. По сути дела, это для новичков, которые никогда в жизни не писали стихи и вдруг захотели себя в этом попробовать. Ведет этот курс Ольга Грибанова, я не знаю. И сам Николаев писал когда-то, когда-нибудь раньше писал стихи. Но до Кита стихи писал. Ну, так нельзя сказать, писал, пробовал, а так это не очень корректно. Ну вот я хочу сказать, что когда мы уже все стали, Николаев тоже вот в этом нашем ну, в этой нашей группе, слагаемые стиха, писать стихи, то что писал Николаев, это было всегда с таким просто искрометным юмором. Это было блестяще. И общение вот это в чате, когда вот подключается Николаев, оно всегда превращалось для нас просто в какой-то праздник. Вот праздник дружбы, праздник юмора. А у меня прям вообще изумление. Как же это вот у человека так получилось? Как эта мысль могла прийти в голову и так сложиться красиво? Вот это Николаев. Так, Николаев. Ну, задам вопрос, который обычно задают такие маститые профессионалы-журналисты. Каковы ваши мечты и с чем они связаны? Ну, у меня сейчас единственная мечта, потому что в Литве, в Вильнюсе, что-то с архитектурой не так. У меня уже за 3 года только один заказ был. Поэтому сейчас у меня... мечта побольше заказов получить, чтобы можно было начать работать. Потому что время идет, навыки, они затупляются. Поэтому а их надо развивать. Развивать надо, да. Вот это самое главное. Ну, а потом всяких других мелких уже много. Так, мечтаний мелких и крупных много. Ну, о своей юности, о своем парашютном увлечении, может быть, что-нибудь расскажете? Какие-то имеете достижения? Может быть, там по количеству прыжков какие-то эти есть? Прыжков у меня 80 с чем-то, но неважно. Дело в том, что меня тянули на мастера, а не получилось, сломал ногу. Поэтому и вся моя пошла спортивная жизнь кончилась, потому что мне на 3-м курсе сказали: давай, дорогой... Или-ка ты учись. Да, либо ты учись, либо мы тебя отчислим, занимайся спортом. Поэтому пришлось мне оставить эти мечты на потом. Ну, а потом так сложилось, что... Ну, а расскажите, пожалуйста, еще вот о чем. О своих музыкальных увлечениях. На каких инструментах вы играли? Какая была у вас группа? Это очень интересно. Ой, тем более... это вообще целое... Тут можно рассказывать и рассказывать. У нас была группа. Сначала началась в школе. У нас был такой Михаил Васильевич, наш преподаватель. Он же руководитель нашего оркестра. Он же зав. Он же... Ну, все, короче. На духовой оркестр был. И я играл на трубе, а мой друг играл на баритоне. Вот. Ну, так мы продолжали много лет. Потом пригласили нас в эстрадные. Начали создаваться эти эстрадные коллективы. Вот мы с другом пошли в эстрадный коллектив. Там мы играли. Тоже я на трубе играл. А это самый мой друг играл также на типа тенор. Вот. Но это, как сказать, тут очень много. Мы там очень много репетиций было, очень много концертов было. Ездили по всей Литве, ездили. Свой автобус был, на котором мы ездили, нас возили. И везде, где только можно, выступали. Ну, большой оркестр был, больше 30 человек. Но потом как-то все это, когда наш преподаватель умер, все это как-то
затихло, затихло и совсем потом пропало. Ну, это вот мои институтские, потом немножко после института, это мы ездили, занимались и ездили с концертами. Вот. Ну, а потом опять это все дело закончилось, и, как говорится, я после института, когда начал работать, уже как-то и не было приглашений таких, чтобы можно было куда-то. Но отдельно там у нас было 5 человек, мы таким эстрадным коллективом небольшим, еще как-то сами работали. Но потом и это закончилось, потому что меня пришлось перейти на другую работу, но вот так и закончилось. Да, ваш друг американский так и продолжает, так? Да, он продолжает. Он, как говорится, не бросил. Он и в Америке тоже дудит. Равенс такая у них называется. Равенс. Их группа, большой оркестр, там не 30, как у нас, а там 80, 90, иногда и 120 человек. Так что это там большой оркестр, ну, тоже духовой. Вот. Вот, так что. Вы знаете, о чем хочу сказать? Я совсем недавно слышала, по-моему, или Путин выступал, и он нашему министру культуры задал такой вопрос, насколько у нас развиваются музыкальные школы. Я хочу сказать, это вообще, я тоже вспоминаю свою, ну, юность, молодость. Вообще, чем больше человек увлечен, тем ему, по идее, и интереснее жить, и тем... В общем, короче говоря, это не мешает ни бизнесу, ничему. Это наполнение очень какой-то богатой, содержательной, ну или энергетикой, вот какой-то радостью жизни. Вот правильно я сейчас говорю, Николаюс? Да, правильно. Пусть это будет таким моим призывом, но не совсем призыв, а как информация какая-то, которая в принципе к размышлению может быть вот тем родителям, у которых сейчас подрастают дети, к тем молодым людям, которые сейчас ну, вот хотели бы, что ли, вот какой-то красивой жизни, наполненной. И, собственно говоря, это дает и успехи. Вообще, если посмотреть вот на этот коллектив, из которого вышел у нас Николаюс, то все люди успешные, самодостаточные, высокого уровня развития и достижений. Ну и дети у них такие же. Я не знаю, мне кажется, Николай, что, может быть, мы на этом наше интервью закончим, чтобы, ну, так уж сильно много не занимать времени. Если что, можем еще провести, правда? Да, конечно. Так, а вообще, вы как считаете, все, что вы хотели, вы сказали? Ну да, почти все. Так что. Почти все. Я хочу сказать, что увлечения Николаевича настолько разнообразные и широкие, что когда он присылает мне, он, между прочим, он кулинарную книгу или пишет, или написал уже, даже и не знаю. Написал. Представляете, вот писал. Вот это человек, который время от времени мне что-то присылает. Вот. Но я написал не одну книгу, а их 3 по литовской кухне, по кухне СССР и отдельную книгу. Это уже первая, которую я писал Вот. просто кулинарии. Вот теперь, наверное, мы о вас, о тебе, Николаю, сказали, ну, достаточно много. Все равно не все, но достаточно много. Вот такой замечательный человек. Если кто заинтересовался вопросами, что такое гуру, что такое просветленный, и а в чем он может помочь, может быть, кто-то заинтересовался тем, а что такое кит, и захотел к нам примкнуть, то наши двери распахнуты, правда, Николаевич? Да. Вот, а твои и как проектировщика, архитектора, и как действительно психолога, а Николаевич сможет еще и вообще не только это, если вы поможете, там у вас будет какой-то запрос в организации чего-то и по техническим вопросам, связанным с интернетом, Николаевич абсолютный мастер. Вот, наверное, на этом мы завершим интервью. Я желаю вам в Литве хорошей погоды. Спасибо, погода хорошая. Вот, я желаю, чтобы вообще Литва осознавала,
на чьих умах она держится, по сути дела, вот на этой русской закваске. Ну, там плюс свои какие-то, конечно, особенности. Ну, могу еще добавить. Николай присылал мне фотографии именно мест Литвы. Он был просто как экскурсоводом по красотам и этого города, и этой страны. Есть такие национальные природные особенности, которые связаны с соснами, с огромным количеством грибов, с национальными праздниками, которые, по-моему, называются День грибника, да? Да. То есть есть очень много такого, но что и нам было бы неплохо, ну, как бы у себя или перенять, или во всяком случае восхититься. В общем, мой друг дорогой, я тебя обнимаю, и я рада, что я сделала эту работу. Всем всего хорошего. Ну и вступайте в КИТ.